Ну что ж, и всем привет, с вами Age of Sin, и сегодня мы продолжаем проходить квесты в игре Arcage. И у нас тут на заднем плане резвятся зловещие яйца. Понятия не имею, что это такое. Но убить, я думаю, их стоит. Блин, так неудобно смотреть на экран при просмотре и пытаться кого-то убить. Ну, вроде ничего внутри них особого такого нету. Я думаю, нам потом дадут квест на это. Господи. Хватит меня пугать. Хватит это терпеть. У меня же нервная система не выдержит. Ой, я чувствую, будет куча квестов сейчас. Фермер. В последнее время у нас случаются странные грозы. Небо заволакивает черными тучами, среди которых кружатся огненные воронки. И ни капли дождя, только молнии. Куры пугаются этих гроз и разбегаются. Помоги нам их поймать. А яйца тебя не тревожит, да? А обычно грозы грохочут далеко, на горизонте, и то жуть берет. А недавно воронка открылась совсем близко, и несколько молний ударили прямо в поле. Когда все стихло, мы выглянули и увидели эти гигантские серые яйца, скачущие по земле. Я не хочу ждать, что из них вылупится, мне страшно. Вот, это уже правильный подход. Мол, ну нахер. Понятия имею, что из них вылупится, и знать не хочу. Не тот скилл использовал, ну ладно. Я не понял, она сейчас по мне чем-то хренанула? Мало того, что это дичь скочит, так и... Ладно, неважно. Оно еще фаербол метает, класс. Зловещие яйки. Курятина. Как бы тебе... Нормас. Да, что-то яек тут больше, чем кур. Котейка, ты где? Ой, блин. А, не, нормас. Хотел сказать, сейчас он сагрит вообще все, что можно. Слушайте, это довольно ядреные яйца-то. Я их как-то и то. Уничтожаю, мягко говоря, поднатужившись. Курица, курица, стой. Нормально. Я надеюсь, мне больше не надо будет куриц ловить, помимо этих пятерых. А то это как-то не моего уровня задание. Я должен спасать мир, а не кур ловить. Заметить, территории, где скачут эти яйца, просто огромные, а квест дается, ну, наверное, всего один по ним. То есть, как бы, иногда хочется задать вопрос, а зачем вы так много тогда сделали, если квест всего один? Но, опять же, это все разработчики, черт их знает. Ой, что-то я маленько перепутал кнопки, ладно, неважно, уже поздно. Еще одна курица, вон еще одна курица. Эй! Меня прям в полете схватили. Педики! Господи. Я уже думал, опять у меня уровень. Это мой пес прокачнулся. Молодчина! Молодец, пес. Пожалуй, поубиваем еще яйца. Нам по-любому дадут еще какие-нибудь не задания, а как это называют, награду за излишнее убийство. Так, где курятина? Курятина вон, если что. Соберем уж курятину вначале, потом уже с яйцами что-нибудь придумаем. Котейка, ты куда девался? А, ты просто задиспаунился. Ну и хрен с тобой.
Слушайте, а ничего так. Да идите вы нахрен со своим Лостов рассвета. Не хочу никуда демобилизироваться. Как они меня бесят. Зачем я ими? Я вообще не понимаю. Чё-то как-то... Вроде их уже наубивал на дохрена. Сейчас, кстати, узнаем, сколько я их убил. Если счет, конечно, еще идет. Нет, счет уже не идет. Ну, не знаю. Не знаю, что делать. Как-нибудь по дорожке. Не, потом надо будет открыть все мои кошели с золотом. И если получится, я попробую еще немного расширить инвентарь. Котейка, ну ёп поймать. Ну что ж ты делаешь-то? У меня вот вообще нету сейчас маны. Энергии, если быть точнее. А ты еще и агришься подряд. И так уже полудохлик. А еще и ты тут начинаешь. Хватит это терпеть. Так, хавать. Хавать. Ну и можно вот это выпить. Так, это же одно на ману, одно на это. Здоровье. Да. То самое, что мне и надо. Одно на то, другое на другое. А с тобой, котейка, наверное, легче будет тебя просто задиспавнить. Чтоб ты особо не подыхал. Сейчас прикалитесь, а все просчитано. Он в итоге с половиной хп. Блин, а все просчитано. Это печалька. Че, не будет что ли за них никакой награды? Это же печально. Я хотел награду. О! В Ридельфе творится много странного. Но одной опасностью здесь теперь стало меньше. Эй! У меня, конечно, не так сейчас будет переизбыток опыта, ну да ладно. А знаешь, я хоть и не курица, а и сам как гроза прячусь в подпол. Хочешь верь, хочешь нет, там, только там среди туч трубят рога и гремят барабаны. Странные дела творятся ныне в Инистре. Хоть продавай ферму и уезжай на запад. Нормально все. Не бзди, знаешь, сколько я там яиц убил? Вам точно хватит. На несколько омлетов. Ура, город, город. А доброволь... Ага, хочешь сражаться с мертвецами? Прекрасно, другого я от тебя и не ждал. Да-да, стража знает о том, что произошло в порту Лютни. Мы наблюдали за тобой... К несчастью, таких демонов, как Эншака, нельзя уничтожить окончательно. Рано или поздно они восстанавливают силы и возвращаются. Но тебе удалось выиграть время, и мы использовали его с толком. Мы — это тайные дозоры. Есть по всей земле эльфийские потомки — эфинов, нефритовая триада восточные шубары, кнут богов Феры и братство, называющее себя щитом. Вольные наемники со всех концов света, которые объединились для борьбы с Санталоном и поклялись не брать других заказов и даже денег до тех пор, пока эта война не закончится. Я мог бы отправить тебя к разломам с другими солдатами и отправлю, если захочешь, но есть другое дело, гораздо более важное. Помнишь Соколиную тень? А теперь представь себе братство втрое опаснее и не обремененное никакими моральными принципами, и получишь банду кровавой руки. Они служат богу разрушения, рассчитывая урвать свою долю богатства и власти при переделе мира.
На протяжении многих лет мы пытались внедрить в банду своего человека. Все было безуспешно. Из стана врага никто не возвращался. Они предугадывают все наши действия, постоянно опережают нас на шаг, а мы понятия не имеем, кто их союзники и каковы их планы. Но несколько дней назад нам, кажется, наконец улыбнулась удача. С нами связался бандит, который готов сотрудничать, если мы обеспечим ему защиту от больших товарищей. Вот, бывших товарищей. Вербовщик добровольцев он назначил встречу в форте Кейпгард. Будет выдавать себя за кузнеца. Скажи, что мы согласны на его условия и выясни, что ему известно. Хорошо. А что еще? Слуги Кириоса готовят мир к возвращению своего господина. С каждым месяцем нам приходится находиться... Хрена себе. ...все больше разломов между мирами, через которые они пытаются проникнуть сюда. Помоги нам в борьбе с кровавой армией, и богиня Нуи вознаградит тебя. Хорошо. Враг словно пробует нас на прочность, изучает, проверяет, сумеем ли мы дать отпор его армиям. Да, пардон. Если нам удается справиться с лучниками и пехотой, из разломов выходят ветераны. Мы не должны отступать ни на шаг. Мы не имеем права быть слабыми. Дрогнем здесь, в сражении с Анталоном у нас не будет ни единого шанса. Да что ты мне всякую дичь надаешь-то, я не понимаю. Ветераны кровавой армии. Да куда идти-то, кого убивать? Понятия не имею. Найдите открывшийся разлом измерений и уничтожьте ветеранов кровавой армии. Элита. Сложность задания, между прочим. Хер я там выстою. Кровавую армию невозможно уничтожить. Павшие возвращаются в потусторонний мир, где копят силы. И ждут, пока откроется новая трещина, достаточно большая, чтобы пропустить наружу отряд. Еще одна. А, ладно, хорошо, понабрали. Только вот это я все-таки пока скрыл бы. Не нужна мне лишнее количество квестов. И, кстати, рыбная ловля, вот тоже она мне сейчас не сильно. Где ты находишься? Все остальное, в принципе, да. Хотя, может быть, и это тоже нет. Пока, по крайней мере, оно мне точно не надо. А где вот? Куда? Отыщите остров свободы. Я не вижу. Он бы хоть выделился, а во. Хорошо. Эта земля отчаянно нуждается в героях. От лица ее жителей и защитников выношу тебе благодарность. Если ты ищешь славы и чести, судьба привела тебя в нужное место, защищая Инистру от врагов. И я прослежу за тем, чтобы тебя наградили должным образом. Понятно. Еще 50 врагов. Хорошо. Это мы без проблем. Набить вражин как нехрен делать. Дополнительная сумка. А где поиск? Персонаж. Ладно, неважно. А, чё я побежал-то? Давайте пробежимся по городу, посмотрим. Пооткрываем, что у нас опять понавыпадывало. Это вот это. Вот Йента. Глядишь, может, и наконец-то серьги попадутся. На, попались. Колечко попалось. Неплохое эпический предмет. Вах, ты ж ё, поймать. Это очень даже круто, это можно продать. Эпик, я думаю, мало у кого есть здесь. Так, итого. Тяжелый доспех, нихт. А, легкий доспех, найн. Тяжелый, на. Опять тяжелый, нет. Средний, говно. И говно. Говно, 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 говно.
Говно. Говно, говно. Так, это мне не надо. Покупать пока не будем лишние камни. Давайте кому-нибудь, не знаю, там полезные мелочи продадим. Я ничего не ищу, я все продаю нах. И это я еще кошель не открывал. У них еще золото будет хреново гора. Заходи еще. Так, ну что, пробежечка небольшая по городу. Посмотрим, вдруг еще есть квесты. А то сейчас убегу, а потом окажется, что что-то не взял. Будет ужасненько, обидненько. Блин, ну колечко это круто. Говорю, только мне выносливость не нужна. Мне бы что-нибудь типа этого. А, ловкость силы. И живучести. Будет вообще в тему. Ладно. Тут нам ловить нечего, я понял. Там тоже, видимо, нечего. Иначе бы в небе горело бы, что типа есть задание. Не, а чё, нахрена я сюда пришел тогда? Ух, ёп, блин. Что, 1500 метров, что ли, еще бежать? Да вы гоните. Я такого не хочу. Ну-ка, скажи ненавистную мне фразу. Не следи за тобой, хозяин. Сука, убить хочу. Херли не следит, все следит. Хозяин вообще молодец. Хозяин его даже отзывает, когда не надо. Хм. Парам-парам-парам-парам. Тоже, пожалуй, займусь этим же. Поломалась. Второй раз-то нельзя. А то некоторые еще какие-то руды получаются, интересно. Чистая железная руда, это что? Окей, ладно. Это чистая железная руда. Хороший прииск, мне нравится. Пожалуй, здесь и обоснуемся в конце этой серии. Ой, мама. Хотел сказать, ни хрена себе, 50 штук их убить надо. Потом понял, что это битва в Инистре у нас. Кстати, я хоть какую-то славу получил за то, что наколотил. Ноль очки чести у меня. Я бесчестный сукин сын вообще. Так, чё, наверное, давайте заканчивать и потихоньку будем в этот углубляться в эти, как это называется, рудники. Рубиновый прииск. Ну что ж, а на этом, собственно, все. С вами был Вечтов Син, это была игра Arcage. Всем спасибо за просмотр и всем пока!